Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1018. Тема «Смерть». Когда в доме находится покойник, зачем закрывают материалом зеркала? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все это языческие предрассудки, что привидение, нечистая сила входит через зеркало. И как всякий предрассудок, он держится намного прочнее, чем зерна истинной веры. Святые отцы советуют искать не увеселений, а научений о временности жизни. Екклесиаст, 7 глава, 1, 2, 4 стихи. Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. С зеркалом сравнивается небо и закон совершенный. В любом случае ни о какой вредности нет и речи. Иова 37:18. Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Иакова 1:23. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Премудрость Соломона 7:26. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Сирахова 12:11. Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимателен душою твоею и остерегайся его, и будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Вот все пять мест в Библии, где упоминается о зеркале, притом каждый раз не в буквальном смысле, а только в сравнении с чем-то. Закрытое зеркало приравняйте к закрытой форточке, и на этом успокойтесь. Одно дело рассматривать фотографию бракосочетания или крещения, и другое – человека, сфотографированного в гробе. Для наших эмоций это так неаппетитно, как бы в кавычках взято слово. Зеркало отображает все, и в нем, как в фотографии, виден покойник, и на душе делается неприятно, ибо мы боимся смерти. Поэтому считают, что его лучше закрыть.